Добрый день, приветствую вас в новом видео и приглашаю вас сегодня посетить магазин Пик Клопенбург. Посмотрим с вами. Сейчас сезон распродаж, здесь скидки и очень хорошие вещи можно приобрести со скидкой. Посмотрим с вами сегодня Кельвин Кляйн, Гэс, Левис, может быть немножко, Томми Хилфигер и разные другие марки. Оставайтесь, будет очень интересно. Также не забывайте подписываться. Это помогает развитию канала. И также я вижу обратную связь, что кому-то это интересно, кто-то это смотрит, а еще лучше комментирует. Давайте посмотрим, что можно приобрести еще со скидкой. Тем более, что есть вещи, которые подойдут не только для лета, но и осень, зима. Джинсовый сарафан от компании Calvin Klein. Это из новой коллекции. Ну, такой сарафан может подойти на все сезоны. Сейчас можно приобрести 120 евро. Здесь, как мы видим, Calvin Klein только новая коллекция худи за 130 евро. И также уже есть и пуховики на зиму, и такой пуховик красивого темно-красного цвета 250 евро. Белый пуховик от Calvin Klein, удлиненный, 280 евро, красивый белый цвет. Ну, иногда в гардеробе, кто может себе позволить иметь не одну вещь, можно и приобрести и белого цвета. А здесь мы видим с вами джинсы от Guess, это тоже из новой коллекции, 110 евро. Джинс качество хорошее, я думаю, что посадка тоже будет хорошая, прямые, не зауженные, очень красивого цвета джинс. И майка такого яркого цвета из новой коллекции 45 евро. Футболки, которые постоянно перевыпускаются у компании Guess, они однотонные и с маленьким логотипом. И тоже, видите, новая коллекция, 30 евро. Но эти футболки ежегодно перевыпускаются. Плотная футболка от фирмы Guess, серый цвет, она, видите, вся в стразах, новая коллекция, 70 евро. Атласное платье от фирмы Guess с имитацией запаха сейчас стоит 130 евро. Легкие кофточки от фирмы Guess на бретелях, ткань сеточка из новой коллекции 60 евро. Футболка тоже от фирмы Guess. Видите, ткань такая сеточка. Ну, расцветка яркая. Из новой коллекции тоже 60 евро.
красивое платье из новой коллекции от фирмы Guess, 180 тойра. И обратите внимание, что на спине V-образный вырез. То есть он немножко, конечно, глубокий. Ну, такое более нарядное, вечернее, наверное, платье. И более подойдет, наверное, для молодых девушек. Платье тоже из новой коллекции. Ткань-сетка и на подкладке. Видите, оно все присборено. Это, конечно, я думаю, на каждый день не очень. Но если на какие-то мероприятия или вечером, то будет очень актуально и красиво. На бретелях 120 евро. Или даже, я думаю, такое платье можно где-то на вечеринке, на отдыхе. Тоже будет очень красиво и эффектно смотреться. Юбка от Guess, тоже из новой коллекции. Сверху, видите, она прорезиненная, поэтому будет, конечно, скрывать недостатки фигуры или подчеркивать ее преимущества. Цена 90 евро. Кроссовки из новой коллекции. Сейчас без скидок 120 евро. Белые кроссовки от Calvin Klein из новой коллекции 130 евро. Как вы видите, кроссовки белые, это классические модели и, конечно, подойдут на любой аутфит. Сейчас актуально и платье с кроссовками носить, и брюки классические, и джинсы, все что угодно можно под такие кроссовки одеть. Классика, она всегда актуальна и модна. Также от Calvin Klein есть кроссовки в таком бежевом красивом цвете и подошва в тон. Тоже новая коллекция 130 евро. Как вариант тоже можно подобрать. Также можно приобрести кроссовки белые от Valentino, но цена побольше, конечно, 270 евро, но красивые модные кроссовки от Valentino. Также еще есть такая модель от Valentino, она стоит дешевле, 180 евро. И мы здесь с вами подошли к стойке Tommy Jeans, сарафан на скидках. Очень модные, актуальные, вязаные вещи в этом сезоне. И данный сарафан со скидкой стоит 70 евро. Джинсы с логотипом вышитым. Tommy Jeans, тоже сейчас на скидках 90 евро. Укороченный топ, тоже на скидках 30 евро. Вязаные топы завязываются через шею, тоже сейчас со скидкой 45 евро. Джинсы от Tommy Jeans красивого голубого цвета, зауженные, это как слим или скини подойдут больше, и со скидкой 70 евро. Тоже модель скини, но цвет немножечко темнее от предыдущих джинсов. И тоже на скидках, но стоит 80 евро.
черная трикотажная футболка с небольшой надписью цветной, Tommy Jeans, тоже на скидках, 25 евро. Также есть и такого бледно-розового цвета футболка, тоже на скидках, 25 евро, красивый цвет, такая акцентная вышивка в виде логотипа, яркая и в то же время спокойные цвета. Джинсы тоже на скидках, 70 евро, а изначальная цена была 130. Такой красивый джинс. Худи тоже на скидках, 50 евро, но без капюшона. Пуловер из новой коллекции, красивый цвет, красивая вязка, стоечка-воротник, 110 евро. Пуловер, красивая вязка, косичка из новой коллекции, 110 евро, но вы видите, он немножко коротковат, то есть он, наверное, предназначен для носить вместе с джинсами с высокой посадкой, тогда это будет смотреться более гармонично, ну и не холодно. Трикотажная кофточка с длинным рукавом, но она укороченная, мы с вами такую кофточку видели на манекене, вот буквально. И это новая коллекция, 80 евро. Вельветовый сарафан из новой коллекции, 120 евро. Ну, такие вещи очень актуальны на осень, зима, весна. Практичны, актуальны всегда. Из новой коллекции уже пуховики есть. 280 евро, красивый удлиненный пуховичок, ну и я думаю, очень теплый. Красивые сарафаны, очень красиво сделано в районе груди, 50 евро без скидок, но есть в нескольких цветах. Очень красивое платье, держится только на груди, но сзади оно завязывается, и эта бретелька, она прорезиненная, то есть она будет, конечно, держать, не даст упасть платью. И цена его 40 евро, недорого, но это цена ее обычная, без скидок. Платье, конечно, красивое, и для каких-то выходов будет очень красиво и актуально смотреться. Такое платье тоже, видите, оно интересно держится на груди, тоже цена ее без скидки 40 евро. Ну, это такие платья более вечерние или на какие-то праздничные выходы. И эти платья мы смотрим с вами от бренда Gina Tricot. Сарафаны с вышивкой решилье в нескольких цветах, но они без скидок, 70 евро. Ну и видите, белый, синий есть,
Очень красивые цвета и актуальные модели. Есть в этом бренде и вот такие вот платья повседневные модели. Вот платье на запах, 35 евро. Но почему-то в эта марка не представлена на скидках. Костюмы от компании Guess спортивные. Они без скидки, кофточка, худи, 85 евро, но очень красивые цвета и ткань, очень какая-то мягкая, воздушная, очень приятная к телу. Я думаю, что она и, конечно, будет держать тепло. Брюки белого цвета на манжете. Белый красивый цвет, очень смотрится эффектно. И сейчас эти брюки 90 евро, они без скидки. Также к этим белым брюкам можно подобрать и белые худи. Так же, как и розовую худи я вам показывала. И к ним тоже обязательно есть брюки розового цвета. И вообще представлено несколько цветов, есть что выбрать. Футболка из новой коллекции 40 евро и есть в нескольких цветах. Также есть костюмы и в монограмму, и брюки в красивом таком цвете 90 евро. И эти брюки внизу не на манжете. Худи тоже в такую вот монограмму 100 евро. И как вы видите, есть худи в разных цветах, однотонные. Однотонные худи стоят немножко дешевле, 85 евро. Но эти костюмы были зимой на скидках, я вам показывала. Поэтому если вы любите спортивные костюмы и вообще одежда, она, конечно, постоянно выходит на скидки. И вот эти костюмы были на скидках зимой. А здесь мы с вами видим на скидках худи Tommy Jeans. Сейчас нужно приобрести за 70 евро с капюшоном. И вот худи на скидках тоже, оказывается, есть от фирмы Guess. По-моему, точно в таком же цвете мы с вами смотрели из новой коллекции. А сейчас есть также на скидках, и худи стоит 60 евро, а цена первая ее 85. Поэтому сэкономить можно, видите, даже летом на эти костюмы. Такая вот блуза-рубашка от Tommy Jeans тоже сейчас со скидкой 60 евро. И как вы видите, костюмы от фирмы Guess в нескольких цветах на скидках, поэтому точно можно найти свой любимый цвет. Также на скидках можно приобрести и жакет. Сейчас стоит 30 евро, а изначальная цена 90. Также есть на скидках и Calvin Klein, худи от Calvin Klein. 50 евро, но без капюшона. Есть также костюмы от Juice Couture
красивые велюровые костюмы, красивые цвета. И вот такая вот кофточка с капюшоном стоит 60 евро на скидках. Это дорогой бренд, поэтому если вы любите этот бренд, то можно приобрести сейчас со скидкой. Худи от Nike сейчас со скидкой 40 евро. Также есть и худи в другом цвете от фирмы Guess. Такая вот другая немножко расцветка. Тоже очень смотрится красиво и эффектно. Со скидкой 60 евро. Топ от Tommy Jeans, видите, с открытой спинкой, одевается через шею, очень красивый, эффектный, под шорты, под джинсы, будет, конечно, очень красиво смотреться, и цена его сейчас со скидкой 22 евро, а изначальная цена была 40, то есть существенная экономия. Показываю, сколько товаров стоит на скидке. Конечно, там нужно очень провести много времени, чтобы что-то себе хорошее выбрать. Но есть что выбрать. Единственное, чтобы, конечно, были еще размеры. А скидочных товаров очень-очень много. И учитывая, что магазин People & Work, это большая часть, конечно, брендовых марок. Поэтому точно можно что-то хорошее и качественное себе купить. И брюки от фирмы Guess, такие спортивные, тоже со скидками разных цветов, 60 евро тоже можно купить, сэкономить. Это такая вещь, всегда пригодится. Джинсы от компании Revive, не знаю, правильно ли я произношу этот бренд, тоже сейчас на скидках 60 евро. Буду заканчивать свой сегодняшний влог. Надеюсь, вам были полезны мои находки на скидках. Магазин People & Work. Обязательно оставлю вам ссылочку внизу. Заходите на сайт или кто живет в Германии. Поедьте, не поленитесь. Посмотрите, что-то себе обязательно подберете или своим детям. Магазин хороший, он очень среди немцев популярен, поэтому заходите, смотрите, и удачи вам, хороших покупок, и встретимся с вами в новых видео. Всем удачи, до новых встреч!